месяце февраль и слякоть, а под пластиковыми крышами теплиц агрофирмы «ФЛОС», которая находится рядом с усадьбой «Красная роза», царит вечное лето и растут цветы. Здесь есть душистые розы, тюльпаны, хризантемы, гиацинты, лилии и еще множество чудесных цветов. По своему ассортименту фирма находится на первом месте среди производителей такой нежной продукции в Балашихинском районе. Кроме так называемого посадочного материала плодовых и ягодных культур, здесь выращивают около 100 сортов георгинов, несколько сотен сортов тюльпанов. Имеется великолепная коллекция королевской лилии, которая по праву считается одной из крупнейших в Подмосковье. А кусты роз из этого питомника с удовольствием покупают все – и садоводы-любители, и профессиональные дизайнеры-флористы. Ну, здесь вокруг нас находится посадочный материал роз. Вот, в частности, у меня за спиной это розы штамбовые. Ну, иногда их называют еще розовое дерево. Вот здесь, с левой стороны, это находится все корнесобственные розы, которые мы выращиваем у себя сами, черенкуем, доводим до кондиции и продаем уже непосредственно потребителям. Приближается весна, а с ней идет и первый весенний праздник, 8 марта, когда спрос на свежие цветы резко возрастает. К этому дню все работники теплиц готовятся заранее. К 8 марта оно сажается в конце октября или в начале ноября. Потом все эти ящики держатся при определенном температурном режиме. И вот затем уже примерно за месяц до нужного срока заносится в тепло. Вот. Ну и в конце концов мы получаем вот такой вот конечный продукт. Но до марта еще целый месяц, поэтому в теплицах, где растут тюльпаны, мы увидели листочки, а цветы будут только через 2 недели. А в соседней теплице нас поразили своим разнообразием гиацинты. Белые, красные, розовые, синие и фиолетовые. Все цвета радуги, да еще с чудесным запахом. А какие звучные у этих гиацинтов имена. Элаус, Карнеги, Сити оф Гарлем, Дель Блю, Анна Мария. Для того, чтобы появились цветы, устанавливается специальный температурный режим, так называемый режим выгонки. Первая партия этих душистых гиацинтов поступит в продажу уже к 14 февраля, так что молодые люди смогут подарить своим любимым эти замечательные цветы. К праздникам срезается до 100 тысяч цветов, а если учесть, что продукция этой фирмы в 2 раза дешевле, чем зарубежная, то возможно, что каждая женщина нашего района получит такой душистый подарок. Безусловно, для них мы все это и выращиваем. А главный волшебник в этом царстве цветов считает. Ну, у нас самая красивая продукция в мире. И мы с этим согласны.